слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатые. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть. Пусть даже если невозможно, дай Бог быть тертым калачом, не сожженным ничьей шайкой, ни жертвы быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила. Живым Христа, пусть не в мужском, там в женском лике. Не крест, без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога, чтоб не развериться во всем. Хоть немного Бога, дай Бог всего, 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 и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Дай Бог, дай Бог, дай Бог. Ирина Климова. Эту песню в свое время потрясающе исполнил Александр Маленин. Александр Яковлевич, а есть у вас любимые стихи Евтушенко? Ну, «Бабий Яр» я очень люблю. И это стихотворение, кстати. У него, ну, почти вся поэзия Евтушенко мне очень-очень близка. Я никогда не говорю, вот это любимое, это нелюбимое. Я говорю, близко или не близко. Евтушенко мне очень близок, как поэт. Очень хорошее исполнение. Вот когда на своем таком драматическом голосе, на спокойствии, было очень-очень сильно. Когда уходила наверх туда, было чуть-чуть рисковато. Чуть-чуть рисковато. Но все равно не дает мне никакого права эта вот небольшая резкость, которая мне не очень, допустим, была уху нужна. Мне это не дает права не поставить туза, потому что песня. Вика,
Ну, такая песня, конечно, очень непростая. И, на мой взгляд, образ Ирины, она, конечно, очень нежная, чувственная. Она такая живая, она как ручеек. Я думаю, стихи, может быть, Анны Ахматовой, Андрея, ей бы больше, наверное, подошли. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтобы утомить ненужную тревогу. Мне кажется, вот ее нутру эта поэзия ближе, потому что, ну, мне понравилось исполнение. Я тоже поставлю туза, потому что меня тронуло это исполнение. Михаил Захарович, вам слово. Они не могут звучать ни по-другому, потому что, ну, то, что мы сейчас услышали, это было очень гармонично, самобытно. Я просто не знаю, а кто написал музыку? Раймонд Паулс. Это о многом говорит. А у меня нет вопросов к исполнению совершенно, потому что вы пели, как и положено, петь шансонье. У вас ничего лишнего. У вас ничего совершенно надуманного. Вот как вы это почувствовали, так и пели, совершенно не беспокоясь о том, как у вас в этот момент прозвучит голос. Вы просто пели, потому что вы рассказывали эту историю потрясающую, которую сказал великий Евтушенко когда-то. Ну, безусловно, пять, конечно. Александр Васильевич. Эти стихи действительно гениальны, и их очень трудно рассказать так, как они должны звучать. И вот сегодня, на мой взгляд, Ирине удалось их не только блестяще спеть, красиво, душевно, трогательно, но и во время песни их прочитать еще. Евтушенко – это мой один из любимых моих поэтов. Я всю жизнь, сколько помню, любил его стихи, восхищался его стихами. И когда его не стало, я написал небольшое стихотворение, вот под впечатлением исполнения Ирины, я это стихотворение вспомнил. Если позволите, я его прочитаю. Хворь сделала свое дело, пришлось и перо сложил. В Америке жил он телом, душою в России жил. Перо окунал в стакане и ставил строку на кон. В России он хулиганил, в Америке чтил закон. И вот отлеглось, отпело, но все ж на исход тепла. Вернуть попросилось тело туда, где душа жила. Александр Васильевич, ваша оценка? Ну, после такого исполнения и после вот того впечатления, которое я получил от этой песни, я, конечно, не могу поставить другую оценку, кроме как туз. Четыре туза сегодня забрала с собой Ирина Климова.